С 19 октября текущего года в буддийском монастыре, который находится в микрорайоне Южном, начала свою работу библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. Проводит сени Будды, где хранятся священные книги, тексты Будды. Ученики второй школы поселка Кахема посетили библиотеку имени Пушкина при буддийском монастыре. По словам работников храма, наличие такой библиотеки было запланировано еще при проектировании здания. Фонд книгохранилища насчитывает 829 экземпляров книг на религиозную тематику. Очень понравилось тут. Есть различные книги на тибетском, монгольском, тувинском, на русском тоже есть. Тут 1000 пазлов. Мы должны их собрать, вот такую вот зеленую тару Будды. Дети собирали пазлы и читали книги. Очень огорчило учеников то, что их нельзя взять почитать домой. И в библиотеке при монастыре нет выдачи книг. С литературой можно ознакомиться в читальном зале. Это книги, которые прислали буддисты фонда, московские буддисты фонда «Сохраним Тибет». Это 668 экземпляров книг. В основном это книги его святейшества Далай-ламы, которые издавались на английском языке. Они были переведены на русский язык такими сотрудниками фонда «Сохраним Тибет». Есть книги, которые прислали буддисты из Индии. Это классические труды школы Кагью. Также есть Ганджур. Это 108 томов собрания буддийских текстов на монгольском языке, изданных в Нью-Дели и подаренных нашему монастырю. К нам приходит очень много читателей, в основном школьники. Они из Байдагинского Кажуна приезжают со своими учителями. Идут, если можно сказать, что без конца идут. У них интерес очень большой. Мы заметили, что некоторые ученики очень хорошо разбираются в этой литературе. У нас тут в основном только литература по буддизму. Полки библиотеки пополняются и будут пополняться новыми изданиями. Если у вас есть буддийские книги и тексты, вы можете подарить их библиотеке, обратившись в буддийский монастырь Туптен Шедруп Линг. Мерген Оюн, Буян Оюн, Дарина Даргат, телеканал Тува 24.